знаний не сделанных. Мы люди из книг, герои кино, персонажи бестселлеров. Полянна. Мне 11 лет. Моя мама рано умерла, и меня воспитывал папа. Я его очень любила. У меня был самый лучший папа на свете. Но, к сожалению, бывают такие болезни, которые неизлечимы. И моего папы не стало. И больше он строго не скажет, чтобы я не разбрасывала башмаки. А мама не заплетет мне косы. К моему огромному счастью, папа научил меня играть в одну замечательную игру. Мы в нее часто играли. Она называется «Игра в радость». Ее девиз: если очень хорошо постараться, можно во всем увидеть радость. Вот когда папа не стало, я переехала жить к тетушке Полле на чердак. Там было всего лишь одно окно. Зимой там было холодно, а летом очень жарко. Но я все равно радовалась, потому что прекрасный вид из окна. Облака, птицы, месяц, звезды. А еще однажды на день рождения мне подарили костыли. Настоящие костыли. И я радовалась. Я прям очень полюбила этот подарок. Я просто счастлива была, что они мне не нужны, потому что я совершенно здорова. Когда я вспоминаю маму и папу, я все равно радуюсь, потому что они не чувствуют боли, голод, им не будет холодно. Я очень советую вам поиграть в эту замечательную игру, потому что радость, если солнце светит, если месяц в небе есть, сколько радости на свете не измерить и не счесть. Радости на свете не измерить и не счесть.